Нужно было сначала сюда сходить. Древняя азиатская игра «Го» бьет рекорды популярности. В турнире для новичков, кто занимается не больше 2 месяцев, приняли участие почти 100 человек. Такое количество участников в суде соревнований наблюдали впервые. Битва на габанах развернулась между магаданскими школами и секциями. На победу претендуют 32 команды. Предстоит пройти 5 этапов. Пока лидируют 21-я, 4-я спортивная школа и 30-я гимназия. До конца апреля станет ясно, где в областном центре лучше всех владеет стратегическим мышлением. В прошлом году на развитие игры Магаданская федерация ГО получила грант в размере 500 тысяч рублей. На эти деньги смогли приобрести оборудование и набрать дополнительно в секции 150 малышей. В основном это ученики начальных классов. Вид спорта очень конкурентоспособный, все начинаются рано учиться играть. То есть, если поздно начнете учиться, то вам тяжелее будет достичь результата. Космическая игра – еще игра третьего тысячелетия. Так называют го-профессионалы. В Магадане логическая игра с азиатскими корнями прижилась 5 лет назад. Сегодня в нее играют несколько тысяч человек от 4 до 65 лет. Занятия ведут в 6 школах Магадана.